Кому? Тебе. Иди сюда. Выбирай любую одну фотографию, которую хочешь. И покажи потом. Покажи только ее. Ты фотографию хочешь? А можно мне, пожалуйста? А это за вопросы. Не трогайте телескоп руками, не надо его трогать. На солнце, вот сюда было отражение солнца. А вот всем остальным я, ребят, какое-нибудь есть разрешение ваших воспитателей, какую-нибудь викторину устроим, я буду смотреть. Помочь? Как решили? Это настоящее? Это штамп. Я возьму то, что не смонтировано. Вот это штамп. Вот они вот так. А та часть вот сюда вот. Ну, нет. А это что, подбор? Да, помогать. Ну как, вот это... Вот это карта, да? Карта Варсовы, это все вам. Карта подвижная, карта звездного неба. Это на солнце видно. Настоящее. Это вот через этот телескоп. Так, ребята, это вот телескоп. Вот сейчас все посмотрите сюда внимательно. Ребята, посмотрите на телескоп. Я не вижу. Что вы видите? Я вижу, покажу. А я пока что ничего. Можно повыше поднять? Можно мне посмотреть? Смотри. Можно себя мне видеть? Себя видеть? А это на самом деле? Вот это глаз, только не ваш. Вот у вас есть зрачки. Вот если вы сейчас посмотрите на солнышко, на свет, ваши зрачки станут маленькими. Когда вы идете в темное помещение, они станут очень большими. Очень даже страшно на вас смотреть. Вот это глаз телескопа. Чем он больше, тем телескоп больше может увидеть на небе. Я вам это... Наш телескоп... Это 60 миллиметров зеркала. А что там, кстати, зеркало? Тут куда я вроде себя. И окуляры. Здесь есть вот окулярчик, он один, здесь есть волшебная трубка, и вот так будет Андромеда. Может, ты спрашивал, да? Да. А голубая такая жизнь, да? Да, сказали, что натурально. Ее так и назвали Андромеда, что была очень красивая. Зачем? Смотрите. Хочу тебя огорчить, три часа уже рассвет. Он будет смотреть сам. Чтобы планеты открывать. А ложится во сколько? Кирилл, ложится во сколько будет? Ну ты сейчас ничего не увидите. Сейчас солнышко зашло. Вот солнышко можно завтра посмотреть. Но сегодня будет хороший день, сегодня будет звездная ночь. Ну вы знаете, я планеты. Я смотрел вот ваше видео. Я увидел звезда, не мигает. Не мигает что-то такое. Не мигает. Ты специалист, тебе надо тогда уже... Я думаю, когда приеду... Тебе надо в нашу школу приезжать. Вот он. А что у вас за школа? Что у вас за школа? Мне своя собственная частная школа. Как ты бесплатно? Я 30 лет. Самый большой, самый маленький. Создал медицинскую организацию. Сейчас подаю... Вот, а мы что, в 3 часа будем снимать? Показали натуральное, а вот знания. Галактика. Вот здесь формационный открывается. Закрываю. Вау, я не знаю. Я думала, все
все это видите. Это вот. А это галактика. Можно вопрос? Вы радиолюбитель? Нет, я скорее астроном, физик. Я вам могу показать потом телефон. А еще ты орнитологию, минералогию. И показать один прибор, но это будет лично. Я не знаю, как вам, если позволят, то увидите сегодня очень интересно. Ты, наверное, еще любишь профессионалов. Я хочу тоже. Я радиолюбитель. А какую? А я уже сейчас, я потом покажу вам. Мы будем сегодня в 3 часа вставать. Мне надо научить им пользоваться. Хорошо, я простым просто пользуюсь. Это вот основные виды, это я понимаю. Так, а вот это тонкая наводка. Чтобы его вести за тонкое, вести за движение. Вот это, это грубое, то есть чтобы вот навестись быстро можно было. И вот это зенитальная установка. А это, да, это вот они тонкие наводки. Так, крышка, работает. Я сказал его в стих писания, желание боящихся Господь исполняет. А как им доверить, что он нас чувствует? С помощью, вот, например, я могу сказать, что когда я увлекся астрономией, у меня был такой один вопрос, для даже взрослых, такой страшный. Нет, сейчас темно, я увидел, что умирают люди, а почему не умирают? Неужели я умру? Это страшный вопрос, меня волновал. Я стал смотреть вот на небо, наблюдать. Может быть, там на небесах есть такое место хорошее, но там люди не умирают. И вот, ну так оно и есть, только небеса не такие, но сами знаете, там знаете, какие небеса. Вот. И увлек в астрономию. Вот так. Сейчас ничего не увидите, ребята. Зеркало у нас здесь, внутри. Вот так. Интересно. Тут нету выхода. Смотри внимательно. Владимир, а во сколько раз он увеличивает этот? А вот этот 160. 160. 170 практически. Вот смотри, вот она. Да, смотри. Да, это надо учиться им пользоваться. Я думаю, таких много на метры какие-то. Километр один выстрел. Ох, кому сказал? Ну-ка дай я посмотрю. Я пониже. Ложиться, ну встать попозже. А там что-нибудь видно? Да черный небо. Ничего там нема. Там ничего нету, небо тоже. Там не увидите, да. Потому что сейчас лучи солнца, они вот светят ярко очень, и вот это воздух, он рассеивает. Поэтому да, атмосфера рассеивается. Это Марс, совершенно верно. Да. Марс. Кстати, сейчас вот ребята отправили космический робот. Он называется «Новые горизонты». Планер на самую, вот у вас, кого там была фотография с планетами. Самый последний туманный. Планет. Туманный. Какая туманность здесь не говорит? Это Андромеда. Туманность, треугольная туманность. Вот она, треугольная. Я, к сожалению, не так много фотографий. Во сколько смотреть? Ну давайте договорим. Так, Виктор Николаевич, это еще не все подарки. Сейчас еще. Во сколько мы встанем, а? Три! Три, может быть, блин, уже... Три уже рассвет будет. Час. Давайте в час. Давайте в полночь. Так, кстати, планеты. Планеты это не будут видны. Юпитер и Венера. Они же уже близко, по-моему. Сатурн будет виден. Скажите, во сколько лучше подняться, чтобы смотреть на небо? Час или в 12? Я посмотрю, у меня есть такая электронная планшетка. Будильник ставим. Вот вам еще книжки. Вы же сами что-то делаете. Астрономическая программа. Я тоже не буду читать. Вот здесь весь космос как бы можно будет. Вот, например, если небо в облаках, и смотреть никак мы не можем,
то вот с помощью такой программы можно увидеть практически все, что видно в любом месте, в любое время на небе. Вот, и можно посмотреть. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Слава Божию. Вот это снимок солнца. Это да. Вот с этого телескопа, кстати, вот с того, которого. Солнце и темные пятна. А вот и на что? Я темные пятна. Но у меня увеличение меньше было. А что за пятна? А это пониженная температура. Эта галактика называется водоворот. Сейчас я буду вам показать. Большой медведицы. Вы знаете, галактика? Созвездие Большой Медведицы. Наша галактика считается вот примерно такой, да, похоже. И мы на краю галактики живем. Но нашу невозможно увидеть, поэтому ученые думают, что примерно наша вот такая. Да. Это не черная дыра. А черные дыры бывают? Черные дыры, да, есть. А вот это? Так, а вот это звездное скопление, да? Да, это нет, это галактика. Это галактика. Да, это туманность Андромеды, она пятнышком видна.